избавиться от обсессивно-компульсивного расстройства. Постоянно лезут навязчивые мысли, которые заставляют сделать какие-либо действия. Заранее спасибо за ответ. Я думаю, что вопрос, к сожалению, он не ко мне. Этот вопрос, наверное, необходимо задавать психиатру. Есть хорошие препараты, нейролептики, антидепрессанты, антипсихотические препараты. Это может быть, допустим, правильный курс может подобрать для вас лечащий врач. Не стоит переживать по поводу того, что это черный билет, или не стоит переживать, что вас там куда-то положат, в какую-то клинику и так далее. На сегодняшний день все эти заболевания, и компульсивное, и обсессивное состояние, и маниакально-депрессивное, и биполярное состояние маниакально-депрессивного психоза, это все лечится. То есть это все лечится, это все несложно. И бессонницы лечат, и компульсивные, и обсессивные, и так далее. Все это лечится. Если вы не имеете возможности, это уже другой вариант. Заваривайте зверобой, концентрация 1 столовая ложка на 1 стакан воды, пейте 2-3 раза в день. Читайте слога Припутав, Трявсык, Кистеплову как мантра. Данная мантра убирает у человека как раз вот такие состояния обсессивные, биполярные, компульсивные.